Всем привет, с вами Бабкин, мы продолжаем рейтинговые бои в МКХ за Танечку и 23 победы, 14 поражений. Ну, в принципе, неплохо, посмотрим. Самое главное, чтобы не лагало и пинг был более-менее адекватный, но это уже как повезет. Противник взял Скорпиона. В принципе, я, наверное, уже не удивляюсь, когда берут Скорпиона. Плохо. Смотрите, способный вроде Скорпион. Я, конечно, пытаюсь блочить. А, рано. Ха-ха, я уже брейкер жал. Красавчик. Чувак реально красавчик. Ну, видели, я там рано заюзал спешл, поэтому... Вот поэтому и проиграл. Ну, точнее, слил раунд. Так, нужно забирать. Нужно забирать этот раунд, а то все будет очень плохо. Да, что такое? Подняться нормально не могу. Ты смотри, как перебил. Еще раз так же перебил. Телепорт? А, нет. Ага, так не канает, да? Ой-ой-ой. Там напрыжка на него должна была быть. С новым геймпадом, конечно, такое иногда случается. Вроде нажимаешь наискосок, а он, блин, сам перс прыгает просто вверх. Так, хорошо. Нужно просыпаться. Faction battle. Challenge accepted. Так, ну с этим я вроде уже дрался, да? Вроде парень неплохо играет. Он вроде тоже, да, за Скорпа играл, если я не ошибаюсь. Чё это? Ну ладно, пока он тупит, я что-то попью, наверное. Sub-Zero. Ладно, играем.
Ты смотри, не наказал апперкотом. Это очень странно, потому что у Танечки очень быстрый апперкот. Поэтому апперкотом, в принципе, можно пользоваться очень часто. Там, по-моему, всего лишь 7 фреймов, если я не ошибаюсь. Так, что-то он быстренько разложил меня. Затащу. Блин, еще даже слайд не наказал, странно. Есть, нормально все. Иногда вроде играешь, что-то заговорился и все. Ты уже слил. Ну, конечно, я за Саб-Зира уже играл и примерно знаю, чего ожидать. Поэтому, скорее всего, я выиграю. Засранец, хотел бросочек сделать. Но приятно, что парень хоть, ну, хоть как-то, ну, приятно играет. Кто у нас следующий? 177 на 120. Скорее всего, это правдивая статистика. В плане, что чувак не ливает. Поэтому, в принципе, статистика неплохая. И посмотрим. Я, по идее, случайно нажал на эти джунгли. Соскользнул палец. Самое главное, лоу, короче, заблокировал, а потом просто на высокий удар попался. Ха. Ну да. Что делать будешь? Отлично. Это, по идее, X-Ray был, да? Косо-криво, лишь бы живо. Напрыгнул и не задел. Ну все, тут добивать. Неужели ливнул? Самое печальное то, что я вам потом в конце покажу свою статую. Если честно, я даже не знаю, какая она. И я буду
в принципе, не удивлен, если там будет у меня 20 побед и 10 поражений. Знаете почему? Потому что, когда я побеждаю, многие ливают, и мне эти победы просто не засчитывают. То есть, этого боя даже и не было, по сути. Спасибо разработчикам, что у них есть такая дыра в игре. И, наверное, не только в игре, еще и в голове. Ладно, ждем. Итак, какой-то жесткий парень. 950. Если он хорошо играет за Эрмака, то он выиграет. За Таню, во-первых, я мало играл. Во-вторых, у него, я хер его знает, в 100 раз больше... Ну, не в 100 раз, а в 10 или в 20 раз больше поединков в онлайне, чем у меня. Round one. Fight. Я не знаю, постараемся, конечно. Вообще не знаю, что. Это был оверхед, по идее. Ты смотри, он еще как-то прессит. Сейчас я тоже попытаюсь попрессить. Ай, блядь, что я сделал? Я бы его бы там бы просто в углу защемил. Моя ошибка, короче. Еще и спешл пролетел мимо. Но тут он меня сразу отбросил. Понял, что начну зажимать. Предлагать интим. Плохо. Все очень плохо. Ну, как-то так. Не хватает мне опыта в плане против Эрмака вообще. Против нормального игрока вообще не играл. По-моему, я уже как-то играл с кем-то против Эрмака, и меня тоже Эрмак, да, победил? Тоже какой-то чувак нормально шпилил. Странно, он меня задел как-то задницей. Ой-ой-ой, все. Все, да. Чё-то я расслабился. Когда часто играешь с такими средними противниками, расслабляешься, и потом тебя надирают задницу. Но это нормально. Сейчас соберемся. Хорошо, еще один Sub-Zero. Продиджи. Смотри, неожиданно было. Окей.
Ну ладно. Будет хорошо, если я заберу этот раунд. Ой-ой-ой, вот. На самом деле я там брейкер не хотел делать. Само так получилось. Случайно вперед еще. Ну, то есть стоял в блоке и случайно вперед нажал. Блин, нужно там последний удар не добивать, чтобы он на ногах оставался. Охренеть, не попал. И? Вау. Как-то по-читерски перебил его. Опять я попался. На X-Ray, ну ладно. А-а-а, дроп. Ну, неплохо, неплохо. Хорошо, кто у нас следующий? 26-33. Счет как-то подлагивает. Посмотрим, не знаю. Повезло, не наказал. Ну, пингота нормальная, я вам скажу. Сложно что-то сделать. Видите, он даже не успевает наказать. Лаги. Оу. Ну да. Faction battle. Challenge accepted. У нас тут новенький. По идее, Джонни. Да, Джонни. Раунд 1.
Еще второй удар не прошел. Короче, комбинация с двух кнопок, и второй удар вообще не прошел. Игра его даже не заметила. Странно, что парень даже никак не пытается прессить меня. На фуллскрине там стоял, пока я не подбежал. Отлично. И шкалу ему спалил, и потом еще и брейкер. Воу. Отпусти. Да, лаги, конечно. Да как он эти захваты делает, капец. Лол, еще и нейтрал джамп дропнул. Tanya wins. Faction kill. А лаги, конечно, вообще не радуют. .409/22. Я думаю, этот чувак часто ливает. Посмотрим, или же он реально какой-то батька-отец, или же ливер. Ливерка. Кстати, смотрите, он Таню взял. Только другой стиль. Посмотрим. Немного не хватило. Смотри, перебил. Да. Больно. Первый раунд за нами. Окей, это хорошо. Ну, чувак, в принципе, умеет играть. Лоу комбо бьет. Пытается зонить. Плохо. Блин, еще как-то подлагивает немного. Так, нужно добивать. Да. Ну, тактика, в принципе, у него неплохая. Он быстренько метр себе пополняет.
Да, что такое? Вообще не попал. Короче, нужно в ближнюю идти. Ливнет? Чё-то мне кажется, он не успел ливнуть, потому что стата 400 на 20, это о чем вообще? Так, хорошо, ребят, наверное, на этом все. Сейчас я вам покажу свою стату. Я сам даже не знаю, какая она. Многие просили. Так, только друзья. Значит, 51 бой, 39 я выиграл, 12 раз проиграл. Серия из 9. Я думаю, что можно смело плюсовать минимум плюс 10 побед, которые чуваки ливали, мне их просто не засчитали. То есть 39 на 12, но я думаю, где-то полтинник на 12 у меня. Можно просто по сериям пройтись и посмотреть, сколько чуваков ливало, и ну и плюсовать одну победу за каждый лив. Ну и, пожалуй, на этом все. Спасибо, что смотрели. С вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Не забывайте поддерживать пальцами вверх. Меня это мотивирует делать для вас новые ролики. Всего вам хорошего, до новых встреч. Покеда.